хватит и себе, и соседям. Ульяновские аграрии продолжают уборочную кампанию, не снижая темпы. Только неделю назад в регионе было собрано первые 500 тысяч тонн зерна нового урожая. Сегодня планка приближается к отметке в миллион и составляет 900 тысяч тонн. На сегодняшний день по области уже уборка составила с общей площади 369 тысяч гектар. Это 61% от установленного плана. Общий валовый сбор на сегодняшний день составляет 866 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность у нас составляет 23,4 центнера с гектара. А зимой пшеница, рожь и рыжик, ячмень, овес спроса. В битве за урожай каждое хозяйство стремится завершить уборочную как можно раньше. Кто-то уже начал уборку яровых культур, а кто-то уже вышел на посевную. На полях зерновой компании «Поволжье» в Терентьевском районе с каждым годом только увеличивается посевная площадь. И в этом сезоне достигла почти 25 тысяч гектаров. Богатый урожай убирают 16 комбайнов. А в этом году, как вы видите, что погода прекрасная, отличная для уборочной среды, просто великолепная погодка. Если в прошлом году были дожди, то в этом году зерно хорошее, качественное, сухое. Дополнительных затрат на это зерно у нас не имеется. Мы не сушим его, так как влажность оптимальная, 14%. Даже в такую горячую пору трудовой коллектив предприятия вместе с другими аграриями Терентьевского района нашли возможность на несколько часов собраться вместе, встретиться с губернатором, поговорить о ходе уборочной и планах на следующий год. Сергей Морозов предложил присутствующим рассказать о возникающих у сельских предпринимателей проблемах, в частности, касающихся субсидий и финансирования. Мне нужно понимать, коллеги, как этим образом мы вас будем поддерживать. Еще раз, деньги у нас есть. Мы собрали больше 31 миллиарда рублей за 7 месяцев. В 2004 году, когда я выиграл выборы, область собрала за весь год 9 миллиардов. Буквально через пару дней, как обещают сами фермеры, в Терентьевском районе соберут первые 100 тысяч тонн зерна. А пока рекордом уже могут похвастаться районные лидеры – Меликесский и Чердаклинский. Например, пару дней назад круглую цифру отметили в хозяйстве «Золотой теленок». По этому случаю даже приготовили каравай из муки нового урожая. Это второй по значению наш район Ульяновской области, который традиционно собирает большие объемы зерна. И чем радует, тем, что они собирают качественные объемы зерна продовольственного, когда тем самым обеспечивают нам продовольственную безопасность всего нашего Ульяновского региона. Впереди у хлеборобов еще как минимум неделя усердной работы. Кроме зерна, в своей очереди ждут овощи, в том числе сахарная свекла. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Ульяновской правды. We'll be right back.